Скажите, почему вот раньше крестились двумя пальцами, а сейчас вот тремя? Значит, всегда крестились тремя пальцами, просто некоторые... В некоторых, так сказать, временные сроки увидели, что на иконе изображаются как бы с двуперстием. Но на самом деле это не двуперстие, это священническое благословение. То есть, вот видите, казалось бы, два пальца, но это священник или епископ складывает так вот руку для того, чтобы благословить, то есть перекрестить того или иного человека или паству. И в этом сложении перстов заключается имя Христа, Иисуса Христа. То есть все буквы здесь вот в пальцах этих соединены. И те, кто не знает этой тонкости, они думают, а вот тогда вот на иконе-то он два перста. Нет, это совсем другое. Тут дело не в перекрещивании. Священник же крестится тремя перстами, а благословляет вот так. И на иконах изображается именно благословение того или иного святого с иконы благословляющего. Он не крестится на иконе святой, он благословляет с иконы всех молящихся. В этом вот ошибка.